Кукольный театр – это особый вид искусства. Весь спектакль зависит от самого главного в нем человека – актера, кукловода. Он должен обладать хорошими артистическими данными, поставленной сценической речью и многими другими актерскими качествами. Благодаря совету женщин города Десногорска у юных ребят появилась возможность обучаться такому мастерству в нашем городе. В 2018 году проект «Творческое воспитание детей через кукольный театр» стал победителем конкурса на получение гранта президента по развитию гражданского общества. После чего был поставлен музыкальный спектакль «Колобок», с которым театральная труппа выступила на фестивале «Маленькие шедевры» и заняла почетное 3-е место. На этом совет женщин не стал останавливаться и продолжил свою работу. Мы решили написать заявку на конкурс субсидий, предоставляемых Департаментом внутренней политики Смоленской области. И вот на эти выделенные средства мы поставили новогодний спектакль «Новогодние приключения Маши и Медведя». Тот же состав, те же дети. Премьера новогоднего спектакля собрала полный зал гостей. Дети и их родители с удовольствием наблюдали за театральным представлением. Ожившие в руках артистов куклы общались не только в форме диалога, но еще и исполняли всем известные песни. Ты дочурочка, посмотри, как исхудала фигурочка, я забуду обить тебя, ах, хочу. К данному спектаклю артисты готовились 4 месяца. За этот период им нужно было выучить много текста и, конечно же, показать по максимуму свой актерский талант. Когда распределяли роли, я очень сначала обрадовалась, что я в главной роли, а потом мне было немного тяжело, слов очень много было, учить их было тяжело, а так в остальном все очень просто. Все дети, которые стали артистами кукольного театра с самого начала его основания, до сих пор продолжают с удовольствием ходить на занятия и совершенствовать свои актерские навыки. Но после многочисленных репетиций радуют зрителей вот такими замечательными и добрыми выступлениями. Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.